В микрорайоне Сомово в 40-й раз прошло традиционное спортивно-оздоровительное мероприятие «Сомовская лыжня». Около 200 человек участвовало в лыжных забегах. Соревнования организовала управа железнодорожного района. Такие мероприятия поддерживают все. Началось все это давным-давно. Я уже говорил, что прекрасный человек, депутат нашего Сомовского поселкового совета Минаков Анатолий Васильевич выступил с инициативой провести первенство поселка Сомово по лыжным гонкам. И вот с этого времени начались соревнования, которые сейчас носят название «Сомовская лыжня». Возраст спортсменов-любителей от 6 лет и старше. Участники должны были бежать на лыжах классическим стилем. Дети и женщины 1 километр, а мужчины 2. Мне уже 77 лет. Ну, несмотря на свой возраст, вот стараюсь как-то поддерживать спортивную форму. Вот здесь очень приятная обстановка, хорошая организация, вот, свежий воздух. Такой азарт спортивный возникает при этом. Хорошее настроение на спортивном празднике было обеспечено всем – и зрителям, и участникам. Замечательная погода, небольшой морозец и солнце. Что еще нужно, чтобы катание на лыжах было в удовольствие? Мы с моей командой стараемся принимать участие во всех соревнованиях, которые проходят в нашем городе. Победы были? Да, побеждала и среди своего возраста, и среди всех женщин. Чествование победителей лыжных соревнований и празднование Масленицы традиционно продолжилось на территории пожарной части номер 5. Гостей праздника угостили блинами и кашей, напоили горячим чаем. Победителям вручили медали, грамоты и памятные подарки. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал.